Привет! Эд Риборн, у Варвойда наконец-таки вышел новый видосик. Это у нас рэп по анимехе Оверлорд. Я смотрел первый сезон еще, когда он выходил давным-давно. Сейчас я не знаю, сколько уже вышло сезона. 3, наверное. Пока что нет желания смотреть дальше анимеху, но в свое время очень мне она понравилась. Я сейчас больше хочу прочитать Ранабеху. Она у нас выходит на русском языке. По-моему, 4 или 5 томов уже издали. Истри комик сейчас создает уже следующий, собирает денежки на него по предзаказу. Может быть, когда-нибудь прочту, но сейчас давайте глянем в видосик. Думаю, будет офигенно, как и обычно. Погнали смотреть. Так. Я давно тут торчу в балахоне с посохом. Жить по чуть-чуть, будто бы в роли босса в игре. Меня перспектива не греет, и я вышел на свет, ибо скучно во тьме. Раньше было как, все мы были злом. Вся наша гильда знала это ремесло. Больше, чем игра, но чуть меньше, чем жизнь. Что бы делали друзья, на моем месте окажись. Но их здесь нет, я сердцем в одиночестве, как в тюрьме. Все воздают мне почести, мир другой. Да и Шикардосина. Боже, не подать рукой. Все герои людей, они слабы, будто бы освоили. Фига себе, там меха какая-то. В первом сезоне что-то я такого даже не помню. Были азы лишь и той силы, что собрал я. Вы тросили, чтоб лишились голов. Хватит, но я, кладезь авантюр, не убью теперь и сам искатель. Повелитель Оверлорд, любой жизни эпилог. Он забрал могильный сон. Классно. И вкрытя в руках его. Повелитель Оверлорд, одинокое полузло. Не, на самом деле припев как-то скудноватый на фоне куплета. Куплет прям очень хороший. Моё логово гробница, Назарик, и в ней останется кто. Нифига себе, он оказывается такой худой, без одежды, без сей. Такого я тоже не помню в первом сезоне, наверное, это было дальше. На нее позарится при том, уже в виде безмозглого трупака. Ты восстанешь и пойдешь, лишь пополнится войска. Окружен я стражами этажей, бывшими NPC, обретающими уже свое сознание и качество создателей. Их же так, что коль хочешь, нападай, но лучше подумай трижды. Аккуратно, ведь шуб не гура. О, тентакли, это вообще шикарно. А так беспощадный и храм зиккураты, на что падет взгляд ее дети. Фига себе. Жирают, а вас жалкий отряд. Ряд завершил мой обряд. И даже лучший герой людей не спасет. Ведь это я, как бессмысленно все скукота. Ведь для заядлого игрока это больше, чем просто жизнь, но даже меньше, чем игра. Блин, досмотреть что ли анимеху? Как вам, друзья, она? Напишите в комментариях. У меня было желание раньше ее досмотреть, но просто как-то лень. Времени вообще нету на аниме сейчас. Кстати, приходите на Twitch канал, ссылочка есть в описании. Там мы смотрим «Атаку титанов» сейчас. В понедельник начнем смотреть второй сезон, так что жду вас всех на Твиче. Повелитель Оверлорд, любой жизни эпилог. Он забрал могильный сон, и ты вкрытя в руках его. Повелитель Оверлорд, одинокое полузло, но бездушный. Застряли кинжальчики. Оверлорд, любой жизни эпилог. Он забрал могильный сон, и ты впредь в руках. Фига себе, что за монстр там. Повелитель Оверлорд, одинокое полузло, но бездушным легионом не заполнить ничего. О, там продолжение есть. На свободе Оверлорд, и вам не сосчитать потерь. Потолок долой, долой тюрьму и стен. Сдвиг систем, но вместе с тем оставим. Я заметил то, что цвет у текста стал немножечко темнее. Прикол. Да, ты сел, был бы я позлись, и конец бы ожидал мир. Прислонись к земле, она дрожит. Я себя огромный. Арми, люди сами развязали эту бойню. Не войну, тьму во мне будить нельзя. Я покажу, почему. Не, это просто офигенно на самом деле. Не понял, почему, правда, изменился этот текст. Видимо, типа он стал темнее сам, сам текст. И буковки тоже стали немножко потемнее. Короче, рэп получился неплохой.
Куплет мне прям понравился, музыка тоже хорошая, но вот припев немножечко что-то проседает как-то. Не по тексту, а по исполнению. Мне как-то вот не очень зашло такое исполнение. Немножечко простенькое, так сказать. Но в целом хороший, хороший ролик, хороший рэпчик, хороший музло. Короче, можно послушать, ничего плохого сказать не могу. Мне даже, в принципе, очень и очень понравилось. Ну а если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки, обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами, как всегда, был Реборн, всем спасибо за просмотр, всем пока!